Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки Электрика». Ну вот и наступил тот день, когда я провожу розыгрыш подарков ко Дню Энергетика. В общем, видео набрало у нас почти 3500 просмотров. Так, и у нас имеется 414 комментариев. Отлично. В общем, сейчас что? Сейчас я захожу на сервис Лиза On Air. Я уже зашел, зарегистрировался от своего аккаунта «Заметки Электрика». Сюда я вставил ссылочку на свое видео. Вот она определилась. 3445 просмотров, 407 комментариев. Итак, сейчас в рандомном порядке я выберу трех победителей, которым и вручу наши призы. Итак, поехали. Разыгрываем набор номер один. Это у нас набор Craft Mini плюс пресс-клещи STK-01 от КВТ для изолированных наконечников. Итак, поехали. Идет обработка комментариев. И вот, поздравляю, это у нас Кирилл Лепуга. Ну, если что, поправьте, если неправильно прочитал. Так, надеюсь, что-нибудь выиграть. Ну, удалось выиграть. Сейчас проверим ссылочку на ВКонтакте. Кирилл Лепуга. Так. И посмотрим. Вот у него есть репост моей записи на страничке. Все отлично. То есть эту страничку я оставляю. Кирилл, я с вами свяжусь через ВКонтакте. Так, разыгрываем второй набор. Это у нас TX-ключи плюс аналогичные пресс-клещи из STK-01 для изолированных наконечников. Поехали! Сакадзе Рэпер. Или Рэпер. В общем, всем привет и удачи, и комментарии. И страничка на ВК. Это у нас Артамов Иван. По контакту. Вот у него. Сейчас поищем наш репост. Да, вот наш есть репост 30 ноября. Артем, я вас также поздравляю. Вы выиграли второй набор. И разыгрываем третий набор. Это у нас клещи STK-02 для втулочных наконечников. И комплект клемм Вага 222 серии. О, опять попался Кирилл Лепуга. Так, давайте еще раз нажмем. Тумен Жалсана, спасибо за ваш канал, автор респекта за такие конкурсы. И ссылочка на контакт. Улан-Удэ. Так, профиль закрытый. Ну вот сейчас у него закрытый профиль оказался, и как бы мне не посмотреть. Ну, наверняка человек отнес соответственно, и наверняка репосты моей записи у него на страничке есть. Так, ну вот, в принципе, и все. Вот эти три победителя. Это Кирилл Лепуга. Это Артем. А, вернее, это Артамов Иван. И Тумен Жалсанов. Искренне поздравляю победителей. Победители розыгрыша у нас определены. С ними я свяжусь в самое ближайшее время через обратную связь ВКонтакте. Всех участников розыгрыша я благодарю за участие. Большое всем спасибо за теплые слова в комментариях, за пожелания. Ну и также всех поздравляю с наступающим праздником Днем Энергетика и Новым Годом. Если вам понравились вот такие вот подобные розыгрыши, то в принципе я готов их проводить на регулярной основе. Поэтому, кто не выиграл, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Будет возможность в другие разы. Возможно, что промежуток по времени буду давать чуть меньше, чтобы шансов на выигрыш у людей был больше. Ну, как-то вот так.
Ну все, в общем, всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч!